Всем привет, с вами Феликс, и сегодня я буду играть в Террарию. Обозревать ее и, конечно же, скажу, где ее скачать. Так. Для начала нарубим там дерево себе. Я вот уже маленько нарубился. Ладно, ничего страшного, еще. Чем выше дерево, тем больше дерева. Что-то он меня прыгнуть хочет. Гей. Так. Одна кличка. Спустимся сюда. Ага. Давай, спускайся. Вон. Идеально там что-то пробедил. Ну, я думаю, построим дом, да, сейчас. Или еще маленько поменяю. Давайте найдем самую большую дерево, которая есть поблизости. Я думаю, ты. Все, думаю, нам достаточно дерева будет. Построй свой первый дом. Ой, его тоже, кстати, бьет лизунчик. Так, где построить? Это что это? Ладно. Кстати, еще может булыжник здесь. Маленечко. Так, не знаю, может выкупить яму или так сделаю. Ну, ладно, это всего лишь обзор, не буду так уж напрягаться. Построим вот тут. Или сейчас переплыву. Да, вон там лучше построим. А? Я еще не полностью разобрался, где тут что. Не судить сразу. Сломали нормально. Да чё они все бегают? Обязательно надо чё-то бегать. А, фуф. Ну так нормально будет. Или ещё вот так вот сделаю. Так, и тут не помещаюсь, да? Давай.
Сейчас мы что-нибудь скрафтим. Так, что у нас тут можно сделать? Это все, что ли? Ну ладно, скрафтим пока себе. Так. Блин. Ну, верстак скрафтим. Ну, еще не знаю, что-нибудь стул, что ли, скрафтить. Хорошо, вот так. А, это стол, да, был. Ну, ладно. А, вот. Слепой такой. Вот так. Ну, все, домик готов. А, сейчас еще одну штуку сделаем. Короче, чтобы типа это. Чтобы эти предметы доступны были. Надо, короче, поближе к этому. К верстаку стоять. Еще вот это сделаем. Много. На все дерево. А, нет, на все это много будет. Так. Это у нас стена. Вот видите, уже ночь наступает, да? Темно. Ну все. Так. О, это что, типа крыша? А, нет, тоже стена. Ну ладно, так вот сделаем. Чтобы красиво было смотреть. Поставим его сюда. И сюда. Можно? Нет? Ладно. Брам сюда поставим. Сюда тоже нельзя. Ну ладно. Так. Нормально. Ну-ка. Ну, сойдет. Ну вот. Мы достроили свой дом. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ссылку на игру я скину в описании. Пока.